Ну і з нагоди Дня фізичної культури і спорту у Києві провели чемпіонат столиці з вітрильного спорту у класі яхт «Плато-25». Визначення чемпіона відбувалося у суто спортивний спосіб – в останньому медальному рейсі. 10 екіпажів учасників чемпіонату змагалися на короткій олімпійській дистанції поблизу мосту Патона. Усього відбулося 10 перегонів. Доля чемпіонства, як і належить регатам з високим рівнем підготовки екіпажів, вирішувалася у медальному рейсі. Вітрильний сезон фактично позаду, а відтак у яхтсменів з'явилося почуття ліктя за будь-якої конфігурації екіпажів. Вітрильні умови на дистанції для багатьох виявилися несподіваними. Східний вітер чи не вперше у сезоні диктував умови учасникам. А відтак на перший знак зі старту вони йшли під берег на Березняки. З усіма колізіями найшвидше впорався чинний чемпіон України – екіпаж Бориса Швеця і Наталії Міхнушевої, який до медал-рейсу чемпіонату Києва жодного разу не мав першого приходу. Дистанция достаточно короткая, поперек русла, в отличие от остальных гонок, когда у нас дистанция была вдоль русла. Поэтому достаточно короткие динамичные гонки получаются. Конечно, это колоссальный опыт в таких условиях гоняться. Ну дай бог, мы сейчас смотрим, дай бог, мы, наверное, все-таки победили в этом чемпионате Украины. И у нас единственный первый приход за всю регату. Последние гонки. Все. Мы вас поздравляем, Наташа! Все, поздравляю. Давай, Юля. Наташа. Мы это сделали. Мы знали, что мы сделали это. Давай. Мы победили. Результати чемпіонату Києва підтвердили непередбачуваність вітрильного спорту. Так, володар Кубка Київського перегонного яхт-клубу, а він визначався за підсумком 5 етапів, екіпаж команди ТІС опинився за межами призової трійки. Достаточно необычный сложный восточный ветер, ветровые условия и большой перерыв после кубковых гонок, который требовало усилий прируливаться. Ну а сегодня мы неплохо выступали, и вот последний фальшстарт, у нас очень большие вопросы, почему так получилось, но это, наверное, судим виднее. Потому что по нашим оценкам у нас еще 2 метра до линии было. Ну, это спорт. Родзинка цього чемпіонату Києва, він транслювався онлайн в інтернеті. Тепер стрімити можна з борту яхти. Вот мы сейчас на воде, видим здесь уже результаты, у нас идет онлайн режиме. То есть у нас отдельный канал Юстрим от клуба, и все любители яхтинга имели возможность наблюдать эти гонки вживую. Мы теперь имеем понимание, каким образом это можно делать на всеукраинских соревнованиях, на чемпионатах Украины и любого другого уровня, так, чтобы парусный спорт был привлекательным для торговых марок, для определенной целевой аудитории, потому что все-таки людям сейчас намного удобнее смотреть трансляцию в планшетах, в телефонах, у них нет времени сидеть перед экранами телевизора в определенное время. То есть, что бы они ни делали, они всегда могут зайти в любой момент, и это будущее. Ну, парусный спорт нужно продавать, потому что нужен ресурс для развития парусного спорта. Ну, только так, только коммерциализация, только привлечение. Ну, естественно, нужно давать отдачу спонсорам, поэтому все, кто телеканалы освещают телевидение, огромное спасибо вашему каналу за то, что вы освещаете спорт, потому что мы эту регату проводили в честь Дня физкультуры и спорта. Чтобы, ну, в Киеве должно что-то происходить, когда пустая вода, и сейчас, можно сказать, спортивный праздник в стране, и когда ты этого не совсем ощущаешь, то наши яхты украшают даже в такой серый день, как сегодня. Руслан Звірін, Андрій Гегеля, телеканал «Київ».